Ох, на меня такая богиня смотрит прямо с чашечки. Это богиня Сарасвати, Лакшми и премудрости, богатства, процветания. Вся в золоте. Всего 130 гривен. Такая вот шикарная кружечка. Это авторские работы ваши, да? Или как вообще? Вот здорово как. Вообще красота. То, что мне привлекло божественно. А здесь у нас еще слон. Вот такими вот, видите, интересными. Красная внутри. Такая красота. А какой у вас контактный телефон? Пока нет. Пока бесконтактного телефона, да? Что так, что... Пока здесь. Только на фестивалях. Ага, пока на фестивале, так что... Ну, если будете меня очень сильно просить, я вам скажу, как ее найти. Так что обращайтесь. Янтры огненные. Огненный цветок. Прекрасно. Видите, все это авторские работы. Котики, богини. Такие вот рюкзачки. Омнистые. Вообще красота. Котики. Барсики. Супер. Вишмананда, Рамахамса, Шигуру. Ханумана, Баси. Это гуру. Маленький гуруджа. Объединяет все духовные практики. Бабаджи Сурья Намаскар. Сурья Намаскар. Как интересно. А Бабаджи есть здесь, да, кто тут? Вот Бабаджи, вот, а, Бабаджи. Вот этот, это фотография его. Угу. Я хочу чантин медитации. А кто его представляет здесь? Его есть? Это такая светлая женщина, но она куда-то не может. Интересно, надо как-то пообщаться. Омши, Гуру, Омши, с вами сейчас пойдем кушать. А вот. О, здравствуйте. Да. А ты представляете Бабаджи, да? Что за направление? Бхакти Марга я представляю. Бхакти? Бхакти Марга, у нас общественная организация. А, вот. Вот. Угу. Да, я основал с вами Вишвананда. Основная наша традиция — это Шри Сампрадая. Вот. И помимо Шри Сампрадая у нас еще есть йогические практики, переданные Махаватаром Бабаджи, потому что с вами Вишвананда является прямым учеником Махаватара Бабаджи. А Шри — это какая получается в сампрадая как направление религиозного развития? Это индуизм, одна из четырех основных сампрадая. Есть Брахма сампрадая, есть Рудра сампрадая, mm-hmm. есть Шри сампрадая. Шри — это в переводе что? Святая, есть Шрима, святая мать. А, это Лакшми, да, это получается? Лакшми, да, больше да. Лакшми, да? Потому что есть Сарасвати, а потом так спрашиваю на всякий случай. Да, да. Ну, она и Сарасвати, она и Кали, но... В принципе, да. Ну, это основные четыре сампрадая. Вот, mm-hmm. А в чем отличие учения от других сампрадая? То есть на что больше упор, если так, ну так чисто по-нашему, по логике? Ну, по-нашему, если брать все-таки терминологию, допустим, рудра — это адвайта. Mm-hmm. Да, то есть, рудра, адвайта — это двойственность, да? Адвайта или адвайта? Адвайта. Это монотеизм. А, мон. А. Ну, все есть брахман. Да, да, да. Все есть брахман. А есть, а мы вишиштака веданта, mm-hmm. адвайта. То есть мы признаем Господа во всем и признаем аспект двойственности. Угу. То есть вы как бы снисходите больше в земной как бы аспект тоже, да? То есть как бы не отрицаете. Ну, во всех аспектах, как знаете, веды. Ну да, Бог может быть. 98% о том, как функционирует здесь мировоздание, только 2% о духовном мире. А где вы находитесь, в каких городах вот именно? Главный ашрам во Франкфурте. Франкфурт это на Майне. А? Франкфурт на Майне, Германия, да, да, да. Угу. Есть город Шпринген, именно под Франкфуртом. Это основной как бы центр. Основной, а в Украине, в Киеве есть. Где-то есть? В Киеве нет, поближе. Вот недавно открыли в Москве. А, в Москве уже есть. Да, там установлена Мурти Нрисимхадева, угу. Гуру Дэ, лично приезжал. Но... Он еще в теле, да, Парамахамса Вишвананда? Да, недавно отметили его 40 лет. О, так он еще хорошо держится. Вот. Сегодня Гуру Пурнима, тоже опять. А, продолжение, да, как бы, да? Продолжаем, да. Да. У нас единственное, если вы
разбираетесь в традициях, есть нетрадиционное вкрапление, это гуру Гита. Это шиваистское такое как бы писание, где... Но это ваш гуру ее трактует или... Да, тут комментарий с Парамахамсой Вишвананды, с вами Вишвананды. Вот. Это непосредственно диалог Шивы с Парвати. О, интересно. Да, где Шива объясняет аспект гуру, кто есть гуру, кто обладает качеством гуру, как определить гуру, как выстроить с ним взаимоотношения. Да, интересно, да. Наши учителя. Да, интересно. То есть это с толкованием каким-то, да, частично они даются, да? Или... Да, тут идет классика, как бы стих, транслитерация и комментарий. Перевод и комментарий. Очень доступно. Гопи Гита тоже у нас есть. Которая? Гопи Гита. А, Гопи Гита. Да. Но это уже... Объясняется, из... как гопи... Это слуги Кришны, да, гопи получается в основном? Или гопи, это же как бы... Ну, не пастушки, а ли как, ну, жители... Жители Враджа, да, 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 которые, как... вот они были вовлечены в Кришну, да, ну, то есть они мыслили свое существование без Кришны, и там описывается как раз этот момент до танца рас, как они призывают его Кришну. Да, да, да. Сложное писание, конечно, лучше перед ним прочитать Бхагавад-гиту. Ну да, подготовка должна быть, что это очень сокровенные, высокие. Очень сокровенные, да. Да, то есть срывает крышу недостойным, уходит и не возвращается. Хотя кто его знает, кому больше повезло. Сейчас такое время. Ну да. Да, мы стараемся давать такой широкий аспект. А вы сами откуда, если вот в каких городах бывать? В Киеве, да? То есть можно с вами как-то общаться, поддерживать контакт? А есть телефоны там как? Или фейсбуки? В Фейсбуке есть, да. Телефоны есть. Я могу сейчас там, не знаю, с вашего устройства подставить какие-то или написать. Давайте визиточку, может быть, если есть телефон, я запишу сразу и так, чтобы не теряться, потому что все равно в жизни как бы и не случайно, и закономерно. Вот у нас Fly Rock, мы проводим еще омчантинги, у нас есть традиция омчантинг в 2008 году. С вами Вишвананда. Передал нам эту практику омчантинга, группового воспевания мантры ОМ. Вот, мы воспеваем. И вот на Видавайфе мы уже воспеваем. Сегодня воспевали в 6 часов вечера. Вот, что будем завтра воспевать? Приходите к нам. Девушка, приходите обязательно. Вот, значит, как нас найти? Тут у нас есть? Вот прям Facebook, это нужно просто вести Бхакти Марга Киев. А, сейчас я вам Бхакти Марга Юкрэн. Ну вот Бхакти Марга, да, вот это будет тот же самый логотип. Да, только там Ukraine. А, Ukraine будет. Это наша основная страничка. Да. Вот меня можно вот так вот найти в Фейсбуке. Меня Борислав зовут. Борислав, да. Да. Духовное имя Кришна Шаранадас. Кришна. Шаранадас. Шаранадас. Это тоже что-то значит, да? То есть какие-то качества. Шаранагати, одно из. Качеств и аспектов бхакти, да, полное предание лотосным стопам Господа. То есть любовная преданность, да, то есть, ну, да. То есть упасть любовно, стопы, да, то есть, уже никуда, раствориться, никуда не деваться. Ну да, уже. Вот мой телефон. Да, 063. Да, 341. 38, 52. Да, да, все замечательно. Вы все, для ОРТ снимаете? Спасибо. Это как бы для удачливых душ. Для удачливых душ. У нас канал в Ютубе, в Фейсбуке. Ну, общаемся, обменимся, делимся. Поэтому удачливые узнают. Так что скиньте мне что-то. Обязательно.